Дом по адресу улица Петрова, 9 в Чебоксарах сдадут в мае. Новый срок для проблемного объекта обозначили на еженедельном совещании в столичной администрации. Строительство новой высотки на месте дома, у которого обрушилась часть внешней стены, началось еще в декабре 2015 года. Генеральным подрядчиком стала компания «Стройсфера». 160 квартир в новостройке предназначались для жителей снесенного дома. Еще 208 на продажу. Сдать объект должны были к концу 2016 года. Однако сроки много раз переносились. Генеральный подрядчик неоднократно нарушал и переносил дату ввода объекта в эксплуатацию. Окончательный срок завершение строительства был определен в декабре 2018 года. В связи со срывом данного обстоятельства было принято решение о расторжении договора генподряда с компанией «Стройсфера» и осуществить строительство своими силами компании ООО «ГУКС». Одновременно в адрес компании «Стройсфера» были направлены претензии и исковые заявления по неотработанному авансу, договорной неустойке, убытками. Специалисты муниципального предприятия ГУКС уже проанализировали состояние здания и определили перечень работ, которые необходимо провести до сдачи объекта. Мы приносим извинения перед собственниками квартир, перед долевиками за несвоевременный ввод на квартирного дома. Но тем не менее, ключи в течение месяца мы вручим. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Павел Рядков, Андрей Шоклев. Республика.